Вот так вот мы сегодня ездили. Уютненько, да? Уютненько. Побольше, побольше, ну узел. Дмитрий? Так мы закрыли. Nein, er hat mich gefragt und ich habe gesagt, wir kriegen oder? Was? Ach so. Здесь две кабины одинаковые. Туалет, подпись. Ну, туалет. Сколько интересно, столько интересно было, что обычно, сколько не смотришь, тримаран. Ну, у него, то есть, вот эта вещь, он не задействован. То есть, они просто, получается, на поплавки поставили кабины. Да, это единственное. Это очень. Такой обитаемый вообще, да? Да, это первый катамаран, который. Так, это двушка. Здесь они одинаковые, здесь еще вход в другой туалет. А, ну да, да. Внутри это наша кабина. Так, здесь двушка, И получается, сколько еще спальных есть. Кухня. Ну, здесь салон. Да. И там еще двушка. Ну, это шикарно. Еще в плавнике есть, но кот. А, еще отдельная кровать одна. Так, а кот в комплектацию входил? Кошка это. А, кошка? Да, я уже бабушка, девочка. Ага. Кошка, ты можешь мне поставить пожар? Конечно, могу. Держи. Ням. Это, конечно, для тримарана. Вот если что... ты там на кровать залез. Нет, ну зачем залез на кровать? Ну-ка иди сюда. А зачем это? Как стола. Тут еще и окно. Самое интересное, что штурманский стол, он расположен там, где должен быть, как у коммерческих судов. Я говорю, что штурманский стол расположен как у коммерческих судов. Да, да, да. Правильно, вот так, правильно. Ну вот смотрите, на Алиэкспрессе продаются, собственно, хорошо, вот такие вот ячейки солнечных панелей. Покупается просто упаковка, она будет стоить 10 000 рублей, наверное. И выкладывается вот эта вся площадь с этими ячейками под на эпоксидку, чтобы можно было ходить, чтобы не трескалось и не разбилось. Да, с подключением будет геморрой очень сильный, потому что каждая ячейка, она там что-то 2-3 вольта, и делают из нее 24 вольта, скажем так, странная штука. А, водичку собирают, сбор воды. Оп, и сюда. Отлично. Еще катамаран Нил 45. Вот это место подъема, судя по всему. Место подъема. И у нас достаточно небольшая мачта. С Мюнхена. Это так. Предсказуемо. Поехали. Was ist das für ein Fan? Der only Titan ist.
на автопилот. Потому что когда он начинает тебя очень шустро рулить, ты там замучаешься. Он тебя будет ловить, малейшее изменение ветра. Да нет, реакцию ставишь быстро, но просто перекладку руля ограничиваешь. По скорости. Вот я так сделал. Я сделал 10 градусов всего. И среднюю респонс. Он раз, 15 минут. Да, потому что если он еще, он может еще сломать нафиг все. Ну это, правда, касается только меня, когда тяжелая лодка. Так, поплавок летит сейчас? Да. Над водой, да? Да. Да, он над водой. Так, чуть-чуть касается там. Ну, вот трим он так и должен, он не должен тремя, иначе он сломает нафиг. Быстро мчались. This is, see, it's not, it's autopilot depth. Data. And it's different. Okay. That's for the pilot. Okay. Ну что так рулим вообще? Update all the checkboxes, vortex, in. Yeah. But why do you need depth wise autopilot? Because then your motor is, it could calculate a route to avoid all the shallow waters. Yeah. Зачем закрыла дверь? А зачем ты дверь закрыла? Нет, ты закрыл там эту дверь. Нет. Вот передний гумм. Да. Ты будешь это делать. Там. Бам. Свалились. Вы себя залазьте на кровать, смотрите в окно. Залазьте. Он не там вообще. Где-то он там, где-то вообще не там. Окей, ready? Ready. Это... Поехали, go! Yeah, go. Блин, они такие тяжелые паруса. Ну как, не паруса сами, а шкоды тяжелые. Thank you.
перетягивает вправо. Вау. Ну, чуть вот этот самый момент упустил. Ты поворачиваешь? You have to be concentrated. I lost a moment and it started to... Yeah, you have to open the red one now. Attack. Просто нужно.
баланс оптимум, когда поворачиваешь, чтобы сильно не затормозить, излишне переложив руль. Да, руль же он тормозит вообще. Да, так как она останавливается быстро, инерции нет, мы штами почувствовали, раз и встал. Да, вот. Очень-очень тонкий баланс, можно хорошо чувствовать, но вот на мелких лапках он нарабатывается лучше всего. Первый раз для меня вообще было неожиданно. Мы остановились. Короче, тримаран может, да? Тримаран может ехать, да. I'm happy not to hear any. Главное, не поворачивать, yeah. И не менять газ. Ничего не трогай, да? Вот настроил, он летит. И все. Yeah, it's just